Он живет в будке и ест сырое мясо. Григорий живет в будке. Пришлось выгнать из нее соседскую собаку. В новом доме ему очень тесно. Рядом стоит его миска. Что еще нужно собаке? Рядом с будкой любимое дерево Григория. Расстегнулся и сделал свое дело. В гости к собаке-зомби приходит щенок Бармалей. Так веселее бегать вместе по траве. Вот сосед пришел, играется со мной. Григорий мечтает найти себе хорошую, здоровую подругу и родить много детей, точнее, щенят. Григорий еще помнит, как его зовут, что он был человеком. Он даже пытается читать газету, но с каждым днем Григорий все больше превращается в зверя.